Осенний призыв в Якутии продолжается. Первая осенняя отправка призывников 2016 года на воинскую службу состоялась на днях в Ленске. В этот день 8 молодых людей, которых признали годными к срочной службе, выслушали напутствие от представителей властей, начальника военкомата. Много добрых слов в адрес призывников прозвучало и от ветеранов Великой Отечественной войны.